Восточноафриканский колобус – очень яркий представитель семейства мартышковых, рода колобусов или гверец. Растительный, ядный, ну, как и большинство приматов. В условиях неволи агрессии к человеку особо не проявляют, хорошо размножаются. В природе на них охотятся леопарды и шимпанзе, да и люди тоже. У этих приматов отсутствует большой палец руки, то есть передней конечности четырехпалой. Детеныши долгое время совсем белые, и со временем их окраска становится как у взрослых. Живут небольшими сообществами, достаточно общительные и крикливые. Причина уязвимого их статуса – уничтожение среды обитания и охота. Да, в Африке еще как едят обезьян. Подписывайтесь на книгу животных, здесь показывают всякую дичь.